Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам свою красоточку, которая у меня расцвела 4 цветочками. Я уже была думала пристроить ее в хорошие руки, но хочу показать вам, что происходит с вот этой красотой. Во-первых, посмотрите, она начала доращивать цветонос. Он изначально был так интересно, вы видите, здесь зелененький, начал доращивать совершенно другой цвет, такой насыщенный, прям такой вот классный цвет. Вот видно прям, что это доращивает свой цветоносик. И растюшка начала расти еще один цветоносик. Соответственно, вот эту растюшечку теперь отдать в добрые руки, но просто совесть не позволит. Корешочки мы растим отличные. Вот я вам показываю название этой орхидеюшки, потому что очень многие тоже спрашивают про это растение, как оно цветет, или там пышное цветение, не пышное. У меня было изначально не пышное, 4 цветочка всего-навсего, но теперь посмотрите на вот эту красоту. Мне очень нравятся ее бутоны. Бутоны очень красивые, ребят. Так, не хочет фокусироваться на бутончиках. Надо мне остановиться. Все равно что-то не хочет. Что-то пошло не так. Что-то камера не хочет ловить. Ну, в общем, вот такая вот интересная у нас получилась ситуация с этой орхидеюшкой. То есть она цветет. Она еще у нас не сбросила цветочки. Но, тем не менее, уже дорастила вот такой вот красивенный цветоносик. И растит еще один. Так что радуемся цветению, наслаждаемся. И я думаю, что цветение будет долгим. Это очень классно, когда орхидейки доращивают цветоносы, растят дальше бутоны и цветут. То есть практически будет беспрерывное цветение. Так что вот такая вот красоточка. Название я вам показала. Так что, ребят, могу смело рекомендовать вот эту вот красоту. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.